Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на который, если вы подпишетесь, а желательно подписаться сразу на оба моих канала, вы уж точно никогда ничего не пропустите из того, что дают разработчики каждый день в виде предложений в магазине или каких-то игровых событий. И вот если вы сегодня зайдете в игру, то для вас откроется квест, на котором вы сможете круто подзаработать. И сейчас расскажу вам, чего это все будет стоить. Стоить это все будет вам 300 тысяч единиц нанесенных урона. Но эти 300 тысяч единиц нанесенного урона за отведенные 7 дней это 43 тысячи урона в день. Что необходимо отметить? Здесь куча классных действительно наград, и одной из наград, которую действительно необходимо забрать, если первый кусочек кристалла душ вы уже забрали, как в моем случае, то можно забрать себе вторую часть, и потом, когда заберете третью, то вроде бы как-то на что-то крутое будем менять. Надеюсь, это будет не так, как было с тем, что мы собирали до этого, и в частности я имею в виду вот эти вот экраны открывали. Здесь есть обалденный внешний вид, который действительно на многие машины подходит, который называется тыквенный замес. Здесь есть 300 аккумуляторов, есть легендарный внешний вид на Е50М, который прикольно выглядит на машине, но он не настолько прикольно выглядит, как тот легендарный внешний вид, который вы получаете за 120 тысяч единиц нанесенного урона. Это тоже легендарный внешний вид на эту машину, но уже с анимированными дополнительными частями и, как видите, великолепным красивым черным дымком. Также можно здесь забрать проводника душ, который просто обалденно подойдет к тем тачкам, которые вы получите в конце данного квеста. Есть обалденный обвес «Ведьмин дружок». И он смотрится очень классно, но только на хэллоуинских машинах. И лучше всего на лесной ведьме он действительно смотрится. Ну и в отношении последних двух наград. За 230 тысяч нанесенного урона вы получаете себе редкий набор реакций, который действительно прикольно смотрится, когда вы его используете. У меня лично данного наборчика нет, поэтому хочу запотеть и забрать. Ну и в конце за 300 тысяч урона вы получаете сертификат на хэллоуинский танк, из которого 100% забираете одну из машин: Хельсинга, Дракулу, Ликана либо Фараона. Стоит отметить, что три из этих машины это коллекционки, и только Хельсинг по непонятной для меня причине до сих пор является машиной премиумной. И это приводит к тому, что если Хельсинг у вас в коллекции есть, то за него вы получите компенсацию в 1 миллион серебром. Ну а за другие машины получите компенсацию голдой по 2500 золота за каждую. Также стоит отметить, что шанс выпадения каждой из этих машин составляет ровно 25%. То есть здесь нет перевеса в сторону какой-то конкретной тачки. От себя могу сказать следующее. Каждая машина действительно хороша. Хельсинг классен тем, что у него орудие на 2 снаряда и на средних ближних расстояниях классно накидывает урон. В отношении Ликана он просто красивый, иногда даже танкует, но против восьмерок он слабоват. Фараон шикарно себя показывает с помощью своего барабана, и против семерок также отыгрывается довольно неплохо, но и с восьмерками может немножко пободаться. Ну а в отношении Дракулы эта машина действительно для очень рукастых танкистов, ведь только они смогут реализовать весь потенциал этой очень быстрой, но в то же время безумно картонной машины. Всем желаю пройти данный квестик с легкостью. Напомню еще раз, 43 тысячи урона в день отделяют вас от возможности забрать одну из этих четырех машин. Все машины хороши, все машины, те, которые бесплатные, идеальные в нашей игре. За что спасибо отдельно разработчикам, я имею в виду вот этот квест. Если хотите ничего не пропускать, и если вдруг вам нужны свежие новости и обзоры на все, что в игре происходит, подписывайтесь на оба моих канала, обязательно прожимайте на колокольчик, выбирая все уведомления. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.